Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и я занимаюсь много лет изготовлением памятников. Гранит дорогостоящий и трудно обрабатываемый. Переделка достаточно дорого обходится заказчику. И хотя мои индивидуальные нестандартные проекты стоят в разных регионах страны, начиная с Сахалина и даже в Грузии, каждый раз люди переживают за конечный результат. Любимый их вопрос: а как это будет выглядеть в готовом? Достаточно сложно объяснить на словах или на бумаге совмещение цветов, фактур, разных видов камней, кованых изделий, плитки, брусчатки, художественных работ, объемной скульптурной резки. Это одна из причин, почему я самостоятельно выучилась программе Photoshop, понимая, что этого мало. Очень давно хотела научиться 3D-моделированию и визуализации. Рассматривала разные варианты обучения, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Реклама школы Skiddle Sky попалась мне в YouTube. Записалась на бесплатный мастер-класс и сразу поняла, что это то, что я искала. Индивидуальный выбор программы обучения, уроки всегда рядом с тобой, в интернете, где бы ты ни находился. Кураторы всегда в онлайне, помогают с любыми возникшими трудностями. Студенты тоже друг друга поддерживают. За шикарный багаж знаний и навыков достаточно недорогая оплата. Множество направлений, огромный выбор возможностей реализации тех знаний, которые получаешь здесь в школе Skiddle Sky. Я уже применяю их в жизни. Сделала пару проекторов, которые вы можете посмотреть в моих контактах. Теперь появилась возможность расширять область своей деятельности. Физический труд в моей области, да и в других, я думаю, начинает заменять оборудование нового поколения. ЧПУ-станки 3D и 2D очень быстро вытесняют ручной труд художника. А вот фантазию нужно уметь показать, что помогает делать навыки, получаемые в школе Skiddle Sky. Давно хотела заняться внешним и внутренним оформлением домов, квартир, дворов, фонтаны, крыльца, камины, беседки, витражи, скульптуры. Грамотно и красиво, удобно спроектированные, совмещение камня, металла, стекла, воды, грамотного освещения создает сказку. Теперь у меня есть такая возможность. Всем творческим людям я рекомендую замечательную школу Skiddle Sky. Огромное спасибо вам, ребята. Вы волшебники.